И еще одна заливка. Быстрая заливка. Или часто называем интуитивной заливкой, живой заливкой. Описывается на 15 странице методички. Очень рекомендуется запомнить клавишный эквивалент, так как инструмент немножко спрятан. Внимание! Клавишный эквивалент инструмента – буква K. Я нажму на клавиатуре просто букву K, инструмент очень быстро обнаружу, он немножко спрятан. Инструмент закрашивает замкнутую область даже там, где нет отдельно взятого объекта. Например, у меня нарисован прямоугольник желтого цвета и эллипс голубого цвета. Всего два объекта. Но когда я черной стрелкой Selection выделяю оба объекта, между ними в области пересечения получается какое-то замкнутое пространство. И инструмент Key Life Paint видит это пространство. Вы берете в руки инструмент, такое ведерко, над ведерком три образца, выбираете для этого инструмента нужный цвет на панели Swatches и закрашиваете эту замкнутую область. Здесь не было отдельного объекта, но есть замкнутая область. Поэтому обязательно выделяйте все фигуры, между которыми эта замкнутая область появляется, и инструментом Life Paint, живая заливка, закрасьте эту область. Можно закрашивать абсолютно любые области. Ну, допустим, я сейчас треугольники нарисую. Напоминаю, стрелочкой вниз я уменьшаю количество выступов. При нажатой Alt копирую, Ctrl-D повторяю этот шаг. И, допустим, хочу закрашивать эти замкнутые области в разные оттенки. Обязательно черной стрелкой выделяю все объекты. Беру в руки Life Paint, K, и, выбирая нужный оттенок, начинаю закрашивать. Чтобы каждый раз вы не двигались к панели Swatches, рекомендуется выбирать цвет, активный цвет над ведерком, это центральный образец. Выбирать цвет можно на клавиатуре стрелочками вправо или влево. То есть вот такой выбор любого оттенка из панели Swatches. Попробую немножко поиграть с оттенками. Такая елочка получилась странная. Кстати, можно закрашивать и узорным образцом, и градиентным. Здесь никаких ограничений абсолютно нет. Любые свои образцы, что вы создали, можете взять в руки и закрашивать. Пожалуйста. Любая замкнутая область будет закрашена. Очень интересные орнаменты таким образом можно получать. Такой стиль геометрического абстракционизма тоже можно получать. Тоже довольно спокойная работа, без каких-либо сложностей. Одно но. К одному единственному объекту не рекомендуется применять Life Paint. Почему? Потому что к одному объекту мы и так можем применять любую заливку через Swatches или Color White и так далее. Если к одному объекту применить Life Paint, живую заливку, то мы на ровном месте этот объект преобразуем в сложную комбинацию. Инструмент Life Paint одним кликом стопку объектов преобразовывает в сложную комбинацию. У обычного объекта рамка трансформации показывает маркеры белые, пустые. Это свободный объект. У необычного объекта уже после применения Life Paint маркеры уже не белые. Там как будто такой прицел черный присутствует внутри маркера. И вы не сможете абсолютно свободно работать уже с таким объектом. То же самое вот касается этих стопок. Стопку, чтобы отделить, первое, что приходит в голову, разгруппировать. Но я вижу, что ungroup не активно.
значит, я не смогу это разгруппировать, значит, у меня получилась сложная комбинация. Сложную комбинацию мы должны разобрать, expand. Окей. После expand обязательно ungroup, как мы уже договорились. Возможно, 1-2 раза. Щелчком по пустоте снимаем выделение и уже работаем с разными фигурками. То есть Life Paint, живая заливка, помимо нашей воли, скажем так, создает сложную комбинацию. Поэтому к одному объекту не применяем ни в коем случае. Применяем к стопке объектов, где между объектами в области пересечения получаются вот такие замкнутые пространства. Кстати, как методички я показывала, так и сейчас попробуем делать дартс из полярной сетки. Я рисую полярную сетку. В процессе рисования стрелочками вверх-вниз задаю нужное количество окружностей, стрелочками влево-вправо задаю нужное количество прямых сегментов. Желательно, чтобы было четное количество, считать не хочется. Чтобы убедиться в том, что это четное количество, вам просто надо обратить внимание на то, что внутри полярной сетки одна сплошная снизу вверх вертикальная линия получается, и одна сплошная слева направо горизонтальная линия получается, такой крест как будто. Значит, уже получилось четное количество. И берете в руки Life Paint, закрашиваете любые цвета и оттенки. По-другому, например, такой дартс получать невозможно. Поэтому, конечно, мы себе упрощаем таким образом работу. Очень рекомендую воспользоваться такими функциями. Инструмент интересен именно тогда, когда есть замкнутое пространство между объектами, и их не выделять, не закрашивать по-другому. Именно так, именно инструментом Life Paint. Очень часто мы хотим закрашивать также частично обводки. Не сплошную обводку общую, одинаковую для всех объектов, для всей стопки, а частями. В одной части в один цвет, в другой части в другой цвет обводки и так далее. В опциях инструмента Life Paint единственная функция, которая не включена, это закрашивание обводки. Чтобы открыть опции и включить эту функцию, надо выполнить двойной клик по самому инструменту Life Paint. Двойной клик по инструменту Life Paint. Мы видим, что все включено. Закрашивание заливок, показ курсора, показ этой границы такого цвета, кроме Paint Strokes. Закрасить обводки. Закрасить обводки. Включаю эту галочку. Окей. И внимание. Сначала я задам какой-то цвет, какую-то толщину. Затем подойду к этой стопке. Обязательно выделяем. Подходим к стопке. Если ведерко, значит, вы закрашиваете внутреннюю заливку. Если подходите к границе, у вас вместо ведерка получается кисть. И вы закрашиваете уже обводку. Также в режиме кисти стрелочками влево-вправо вы можете выбирать нужный оттенок. Очень часто, к сожалению, это мешает нам работать. Поэтому, если вы использовали, если вы применили закрашивание обводок, очень рекомендуется потом отключить, потому что все время такое движение идет между ведерком и кисточкой, и при более серьезных работах эта функция просто мешает.